А сейчас хотели как бы вспомнить наше детство. С Илзой, как мы учились вместе в одном классе. Педагогом по дуэту у нас был отец. Наталья Викторовна Золотова, которая преподавала в классе у Илзы и у Нины Анниашвили. Так что замечательные были педагоги. У меня еще Александр Александрович Прокофьев. Так что вот три таких замечательных человека вложили в нас вот эту душу и любовь к балету. И сейчас Илза продолжает, занимается с молодым поколением, совсем с маленькими детьми. Но с детства мы точно так же, как и все дети, пытались танцевать, повторять что-то. Мы вспоминаем с каким-то таким теплым чувством, как мы вечером перед премьерой «Спящей красавицы», когда мы танцевали вальс цветов дома в Брюсовом переулке, тогдашней улице Неждановой, репетировали, набрасывали друг на друга пояс от халата папы, чтобы это имитировало вот эту гирлянду с цветами. Как мы это все пытались осуществить, как волновались, как родители волновались, которые на нас смотрели. Вот. И сейчас школа Илзы исполнит такую маленькую миниатюру «Первое чувство». Пожалуйста, встречайте. Первое чувство было самое искреннее, самое настоящее.